Тарантас напугал. Это знаешь, чем прикол? Почему у меня это, как его, зажигание не работало и с этого не заводилось? Короче, с этого. Клемма не вставает, аккумулятор слетела. У меня все время был зарядный аккумулятор, исправный полностью. Предохранитель, все исправно. Только, блядь, слетела клемма от вибрации, блядь. Ненавижу этот двигатель. Это зачем? Я на хуя скинул. Да я, блядь, сверлом мы скинул. А, сверлом, я хуя сюда ел. Сверлом. Ванну засовывать? Тебе? Нет, тебе. Я бы так не приёбал, походу ему будет засовывать. Да, знаешь, что как ему засунешь? Серёга, мы ползём за тобой. Так, короче, хотим туда, а потом с тульпами черти. Ну, кто такой, короче? А? С тобой. Ну да. Дорогу, блядь. Не, здесь Лидва не проехал. Ну ты охуенно. Ты что, не стоит он, что ли? Не, не хуя, ты что? Это что, не, это маленький градус. Я с веревочкой.
Он мостик, блядь. Надо здесь поставить. Я молча спалю. А? Молча спалю! Ой, что ты ослух? Нет, ты ступилишь. Ага. Я долечу или нет? А? На пяти, да, легко. Здравствуйте. До свидания. Ага. А? А теперь это? Иди на хуй, я работаю. Иди на хуй. Иди. Ой, я стрелю! Все нормально! Ну, запрошу его, поехали! Поехали! Алло, Паш, где мы поедем на заправку? Где там? Лукойл, да? Давай докурить. Нам чуть-чуть не уйдет. Давай, Женя, ты сможешь?
Все? Говорю. Ничего. О! Подъехала. У тебя все было. Слишком мало. Слишком и это вылетело. И что-то еще.